Йоу, сегодня продолжаем играть в Resident Evil 3, ремейк, вторая серия. Фигачим. Так, а что у нас здесь есть? Какой-то сейф? Интересно, нужен ли для него что-то типа ключа или нет? Видимо, просто можем его взломать по старинке. Окей. Попробуем. Херня какая-то. Дай-ка еще раз. Что за... Как вообще... Подожди. Ладно. Оу. Окей, то есть это не один из тех сейфов, которые нам надо взломать. Это один из тех сейфов, в котором нам нужна комбинация. Хорошо. Порох, спасибо большое. Так, слышу шаги. Кто-то тут бродит. Ага. Так, я думаю, самое время разобраться с крафтом. А, как там обычные патроны делаются? Два пороха, скорее всего. Но дай-ка я перепроверю. Просто два пороха. Так, пока дурачок, я пошел отсюда. Искать код от сейфа. Как много патронов. Так, я слышу, он уже подходит там сзади. Явно не сюда. А, кстати, похилиться бы еще. Хотя... Или не стоит. Мне так лень на это тратить сейчас, ресурсы. Это место тоже выглядит так, будто в него можно войти. Но первым делом идем в аптеку. О боже. Не вставай. Не вставай! Так, еще трава. Ну раз еще траву дали, то давай. Па-бам. Сразу выпрямились. Все супер. Тоже пригодится. Какой же мужик, который прятал этот код, идиот просто. Какой же он дурак. Это самая очевидная подсказка, которую вообще можно было оставить. Ладно. 9 влево, 3 вправо, 7 влево. 7. Вообще не записывал. Вот, да, я как раз хотел про это сказать, что вообще не записывал видео некоторое время, поэтому если у меня что-то не так с дикцией или с моим комментированием, то думаю, это пройдет. Через пару серий привыкну снова. Войду в режим этот записи, поэтому. А, вот. Самое худшее, что может быть вообще в этой жизни, это ошибиться, когда ты пытаешься извиниться за то, что ты ошибаешься. Ладно. 9 влево, 3 вправо, 7... Ну что ж, видимо, ради таких моментов в эти игры и играют, не так ли? 9 влево, 3 вправо, 7 влево. Какой черт он встал вообще? Так, я потом еще хочу вон туда сходить, но сначала... Сначала взломаем сейф.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, и тебя убью, раз ты так у меня умоляешь. Раз уж ты так просишь. Падай давай. Три патрона. Мало тебе? Кстати, откуда у меня фонарик вообще? Ну ладно. Отлично. Это что за маленькая херлюшка? Он серьезно просто спрятал там прицел на пистолет? Это не настолько ценная вещь, чтобы ее прятать. Нет, ну если бы у меня был прицел на пистолет, я бы его тоже, конечно, спрятал, но... Он им так дорожил. Так, и что мне этот прицел вообще дал? Соедини-ка его с... О, смачно. Прицел больше самого пистолета. О, 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 красную точку добавили, вот это нововведение, вот это мне поможет очень сильно. Серьезно, это не так уж и круто. Но будем надеяться, что это чисто статистически повысило точность моего пистолета, и теперь патроны будут лететь примерно в центр экрана. Так, это куда нас приведет? По-моему, тут никогда не были. Я не помню этого здания. Интересно, эти дебилоиды умеют дверь открывать? Мне кажется, нет. О, я подумал, это моя собственная тень. Только похилились, уже опять со здоровьем все плохо. Шланг. Окей, она просто запихнет его себе в карман. Хорошо. Так, записка работника метро. Что интересного скажешь? А, превратились в катастрофу, купить дробовик. Вооруженные стойки запру. А, где только... Когда начнется, обрежу цепь, и вот он. Хорошо. Новая наша задача явно найти что-то, чтобы обрезать вот эту вот цепь. Ну, шлангом не получится. И пистолетом тоже нельзя, что, между прочим, очень грустно. По-любому тут, как по канону любого хоррора, нужны какие-нибудь... не плоскогубцы, а как... резак, или как это назвать, я даже не знаю. Пороха. У меня места нет. Давай патроны тогда, что ли, сделаем. Обычные пока что. До дробовика нам еще не скоро. Граната? Вы серьезно? Слушай, ну это надо взять. Хм. Ну что, выбрасываем пистолет, да? Так. Я не знаю зачем, но гранату взять хочу. Так, тут какой-то ключ нужен наверняка, потому что я уже пытался и пистолетом, и вообще всем, чем хочешь, и гранатой пытался. Ничего не работает. Ой, как чихнуть-то хочется. О, что тут на потолке? Так, стоп. Я сейчас слышал какой-то странный звук, похожий на скрип. Ну ладно. This must be the subway company's offices. Пончики! Ешь, пока дают. Nothing. Так. Укажите на панели управления станции, где поезд будет останавливаться. Также используем пути. Окей.
Еще один. Где мне ключи искать для всего этого? Обычный замок. Пока не совсем понимаю, что от меня вообще требуют. Ну, ладно, пойдем дальше. Скорее всего, нам придется повернуться. Ну, что поделать. Так. Меня тут по-любому у двери поджидают всякие личности. Ну, почти. Так, пойдем, короче, в донатс. Я уклонился! Так, о боже, вас здесь так много. Подождите. Ладно, пойдем вон туда. Воу, вы это видели? А, какая цепь, вы издеваетесь надо мной. Я нажала кнопку, я нажала нее, я на нее нажал. Твари. Там бочка взрывная. Бочка взрывная. Взрывная бочка. Подойдите сюда поближе. Еще поближе. Еще подойдите. Как вам такое? Как? Отзывы есть? Есть какие-нибудь мнения, пожелания? Что улучшить, что ухудшить? Как вам качество нашего сервиса? Твари. Взяли и скусали меня. Тут мы тоже не были, да? В пончиках. Спасибо. Еще один замок, который мы не можем открыть. Я устал. Так, сложим сюда что? Патроны определенно. И порох. И что? Да, гранаты я пока не хочу пользоваться, я ее оставлю на лучшие времена. Вместо этого возьмем точно траву, а вот насчет коробки я не уверен. Зачем она нам нужна вообще? Но она красивая. Что внутри? Красный камень. А давай мы, пожалуй, не будем пока носить его с собой. Ой, кстати, нашел способ быстро оборачиваться. Так, а тут что? О боже. Так, ладно, это все очень круто и весело, но мне срочно нужно найти то место, где надо было использовать гидрант. Вот он. Гидрант, гидрантыч. Если я пойду куда-то направо, то все должно получиться. Так, подожди, а если налево пойду? Вот сюда. А, тоже получится. Отлично. Пока что я в карте совершенно не ориентируюсь. И... вообще без понятия, куда иду. Но гидрант вон он. Ох. Хорошо, тут, по-моему, какой-то... А, нет. Тут не было зомбов. Все отлично. Па-пара-ра-па-пара. Гидрант, гидрантыч. Достали из кармана шланг. Все вокруг облили.
Великолепно. У нас в кармане. И еще одно сохранение. Что-то мне подсказывает, что открывать эту хрень — это очень плохая идея, но я ее открою. К черту от всех, я ее открою. Let's go! Че, может гранату туда кинуть? UBCS? Yeah, careful, careful. Come on, don't look at me like that, alright? I'm not an infected. No, 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 wait, please! What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft. No wonder so many of you dead. And what are you, UBCS? Killing your own people? He would have turned. Where's your sense of self-preservation? Go back to the subway station. We don't need a bleeding heart like you getting in the way. Сердобольная, да что это значит? Кто так вообще говорит? Откуда они берут эти слова? Так. Окей, что-то это его дневник. Не очень интересно, что-то Джимми, брат его, дневник тренировок. Хз, вообще пофиг как-то на его тренировки. Кто, кстати, был этот мужик и куда он ушел? То есть вы понимаете, что я просто пришел сюда, увидел зараженного мужика. Зашел какой-то седовласый левелас, престарелый. Выстрелил в него, сказал, он был заражен, и все, я ухожу отсюда, и просто вылетел в дверь. Где он? Кто это вообще был? Что? Мужик, а ты сам-то где? Или вот этот кровавый след, это от него остался? Так, ну ладно. Хочу дробовик. Так, было 30 ребят, у каждого винтовка. Положили за 48 часов. Все будет хуже. Назовите меня трусом, другого выхода нет, лишь бы мое тело не встало после того, как я нажму на курок. Ну, он не встал. По крайней мере, он не встал. Я в этой карте вообще ничего не понимаю. Где я? Какой-то Redstone Street. Вы о чем вообще? Где офис этот? Записка электрика. Великолепно. Чего она тут висит, непонятно. Так, предоставлена гильдия электриков. Гильдия электриков. Общественные генераторы. Так. Расставить в городе несколько электрогенераторов. Их может использовать любой, но помните, что они работают с высоким напряжением. Заклинит или в него попадут пули, любой человек, стоящий поблизости, может получить удары. О-о-о! Ясно, если генератор сыплет искрами, не подходите к нему, не глупите. Безопасность превыше всего, как говорится. Если мы переживем этот бардак, я смогу продать кучу сломанных генераторов со скидкой. Я вас понял. Спасибо за совет. Буду стрелять по генераторам, чтобы убивать зомби электричеством. Кстати, вот и один из них. А вот, кстати, и зомби. Ау! Эй! Да ёп! Вали отсюда! Нет, 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 нет! Да это еще живая. Какого черта? Сколько у вас хп вообще? Иисус.
Что-то я пока что не очень хорошо в эту игру играю. Никак не. Ладно. Привыкну, разберусь. Это что такое? Это просто отвратительно. Что это за хрень? Господи, еще одна новая локация. Мне не нравится, когда в играх в самом начале уже дают кучу мест, куда ты можешь пойти, и ты просто по ним бегаешь и ни черта не понимаешь, где ты, куда тебе надо. Ну пойдем. И вот мне это все надо сейчас держать в голове. Вот эту электростанцию. Еще справа что ли кто-то есть? Сверху. Йоу-йоу-йоу. Лежать. Так. Лежать плюс сосать. Кто еще там посмел встать? Кто еще посмел встать? Мне кажется, ли я в ней уже пульс 6 выпустил? Успокойся. Опять заперто. И вот эти все замки мне надо тоже держать в голове. Мне это уже не нравится. Порох. До свидания. Вы издеваетесь. И это... Стал. Ладно, по крайней мере, спасибо им за то, что освобождают мне место в инвентаре. Будет куда дробовик положить. Так, там я посмотрел все. Вроде ничего не было. Это что, красная трава? Просто великолепно. Сейчас же и использую. А, так это Z плюс K, это зеленый. Господи. Я думал, это 3. И до этого у нас было 3 плюс 3. И я еще удивился, подумал. Я же вроде 2 соединял. Ох, боже. Комментарии у меня, конечно, не к черту. Очень сказывается то, что я очень давно не играл на запись. Еще сказывается, что у меня одно ухо заложено, постоянно надо к врачу сходить. Так, в связи с участившимися вспышками принято решение включить подачу, включить 4 рубильника, включите главный рубильник в комнате управления. Ладно. Только что шаги слышал, мне это не нравится. Вы издеваетесь надо мной, мне надо там бегать и это все включать. О, Иисус. Хоть сохраниться дают. Так, дробовика у меня пока что нет, храни. Кто-то может пригодиться, кстати. Это тоже. Так, один в самом конце первого тоннеля, второй на втором повороте, первый в самом начале и третий в полной жопе. Чат.
only I had my lockpick. Так, ключ от секции высокого напряжения пропал, замена ожидается только через неделю. Старшему сотруднику смены выдана отмычка. Где отмычка? Это отмычка? Ну сейчас же встанет. Фу. Еще не хватало мне, чтобы внутри меня пауки ползали. Отлично. Это что за хрень? Что? Что? Жри траву, траву жри, жри, жри траву. Так, подожди. Стой, меня заперли здесь? Йоу-йоу-йоу-йоу, я не готов к этому. Я не готов к такому пока что. Так, тут что? Я только сейчас понял, что могу делать так. Что-то я тупанул. Вообще в идеале бы сходить за дробовиком, конечно. Ну ладно, давайте попробуем включить. Надеюсь, пистолета нам хватит для этой задачи. О, Иисус. Так, Какого хрена? Они по потолку ползают. А это что за шаги я слышу? Как будто за стенкой. Пошла нахер. Окей, как я понял, они не особо сильные сами по себе. Просто их надо вовремя заметить. Это хорошо. Только что видел. Вот это что? Норм. Норм! Они такие гадкие. Вы посмотрите, как они вообще выглядят. Просто отвратительно. Паразит. Интересно, что будет, если я не съем траву? Хотя ладно, я не уверен, что хочу это знать. Тихо, 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 тихо. Ай, тут несколько. Нет, нет, нет. Надо было гранату взять. Где моя чертова граната? И тут еще один был. Так, ладно, пойдем к тому. А-а-а!
за мной идут, я чувствую, это за мной идут. Ай, ухать! Как они прямо из тента вылезают? Издеваетесь? Нельзя так, это нечестно, я же не умею из стен вылезать. Какого хрена? Не достаю? Не могу понять, вроде умерла. Так. Хорошо, два из четырех уже есть. Осталось только пройти вон туда. Где, откуда? Так, вижу еще один, как минимум. Еще слышу шаги. Тварь, тварь, я вижу тебя. Хоп! Из-за угла, хоп! Сзади никого, вроде бы. А вот сверху! Ой! Эх. Хорошо, хорошо. Потихоньку движемся дальше. Возьму травки, пожую. Норм. Что здесь произошло последние несколько дней, творится какая-то непонятная хрень. Согласен. Эти странные жуки гнездятся, из вентиляции прет металлический запах, а вчера начался вообще форменный трындец. Нужно к маме в пригород сгонять, узнать, как дела, но босс требует сначала включить все рубильники, черт подери, надо побыстрее закончить и валить отсюда. Ядрёна мать, живот скрутила, аж двигаться больно. На последнем рубильнике прибежал здоровенный жучилы и сунул мне в глотку толстенную. Еле ноги унес, чуть все не заблевал, но как-то сдержался. Больно, что-то внутри шевелится, еле держусь, как только не заблевал. Блин, больно, капец, хана мне. Мама, я тебя люблю. А, черт, это грустно, но... В то же время... Описал он все так. Хорошо. Последний рубильник. Я готов к этому. А, папа, никто тут не ползает? Тут потолка нет, к счастью. Так, последний рубильник. Ой, это не он. Тут все так красным горит, я думал, что он здесь. Это плохо. Все норм. Ах ты тварь. Нет. Нет, 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 нет. Нет. Сзади еще. Как? Нет. Он засунул мне в рот свою толстенную трубку. Умри, умри, умри. Да еще побить меня хочешь. Издеваешься, что ли? Так, скорее. Магическая трава. Да ты-то откуда здесь взялся? Да, врубай. О-хо-хо-хо-хо. Многовато их здесь. У меня патронов на всех не хватит, алё. Так, где выход, где выход? Это мы сейчас тут, поэтому нам нужно где-то вон туда, а потом направо и реально надо было дробовик брать. Надо было сгонять сначала за ним. Идите в жопу. Кажется, ушел. Enjoy that.
Фу-ху-ху-ху-ху. Ну что ж, вроде получилось. Итак, думаю, это хороший момент, чтобы закончить эту серию. Поэтому всем спасибо за просмотр, всем пока.